Yeah.
Александра Маринина. Настоящее имя Алексеева Марина Анатольевна. Подполковник милиции, автор около 40 детективных романов. Произведения Александры Марининой переводятся и издаются в 25 странах мира. По мотивам ее книг создано 5 телесериалов. Александру Маринину называют королевой детектива. Маринина считает, что детектив очень удобный жанр, потому что в его рамках можно рассказать любую историю, начиная с любовной, мелодраматической и заканчивая философской и исторической. Детектив – это моя материя. Любит. А, я один ел, да? А...
Доброе утро. Мне что, милицию позвать? А? Подождите, куда вы? Послушайте меня. Почему, когда я начинаю работать, вы начинаете вот это вот стучать, а? Я работаю интеллектуально, между прочим. И мне нужна тишина. Я работаю, понимаете, я живу... Степанас Петрович. Угу. Иду. Афанасий Петрович, здрасте. Музыку потише можно сделать? И вообще, зачем она орет, если вы в ванной? Ну, включите у себя, мне не мешает. Мне мешает. Я, между прочим, работаю. Или если вы думаете, что я не подрываюсь с утра и не прусь на работу, как вы, то что? Я теперь ваш должник? Вот вы в метро работаете, а я дома. Дома работаю. Понятно вам, нет? Или, может, вы решили, что доконать эту сволочь? Радуйтесь, доконали. Можете вот запускать эти, как их, ваши электропоезда. Осторожно, двери закрываются. Афанасий Петрович, это все китайцы. Вот вы меня никогда не слушаете, а зря ведь. Смотрите, что эти косоглазые придумали. Опа! О, видите, это они специально так делают. Знаете почему? Смотрите сюда. Резинка перетягивает ногу, происходит застой, а через 3 месяца хряк и нету стопы, хряк и нету колена, хряк и нету бедра. Но ничего у них не выйдет. Ну посмотрим, еще чья возьмет. Я все понял. Это они нас извести хотят, понимаете? Я тут всю ночь думал и придумал. Вот, смотрите, держите. Вот, смотрите, был носок убийца, а мы раз, два, три, и стал носок здоровья. А, может мне написать свое ноу-хау, так сказать, запатентовать, а?
Едем трогай. Здравствуйте, садитесь. Софья, принеси журнал. Тема нашего сегодняшнего урока – Сергей Есенин. Я надеюсь, вы слышали это имя. Подробности его биографии вы можете прочитать где угодно, включая учебник. Сергей Есенин родился в 1895 году, 21 сентября, по старому стилю в Рязанской губернии. В возрасте 2 лет его отдали на воспитание довольно-таки зажиточному деду по матери, у которого было 3 сыновей, довольно-таки уже взрослых, неженатых. С ними и прошло почти все детство Есенина. Учили Есенина скромно, на медные деньги. В 1909 году он окончил 4 класса Константиновского училища. Потом он получил аттестат Спас-Клепиковской учительской школы. Оттуда он вышел учителем школы грамоты. В 1912 году, в возрасте 17 лет, он приехал в Москву. Сначала работал в книжном магазине, потом в сытинской типографии. Но все эти цифры, все эти факты вообще не имеют никакого отношения к Есенину, к его дару. Он родился поэтом. Он находил самые точные метафоры. Послушайте. Полна кротостью мордищ праздница. Любо ль не любо, знай и бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся и всыпают нам в толстые задницы окровавленный веник зари. А если я вас спрошу, что такое окровавленный веник зари? Может быть, это алая пушка на фоне сумеречного неба, нет? И почему полна кротостью мордищ праздница? Вам это непонятно? И это хорошо. И вот триумф метафоры. Сергей Есенин, 1919 год. Стихотворение «Кобыли и корабли».
Его нет в школьной программе, нет в учебниках, но его надо читать. Послушайте, если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано, рваные животы кобыл, черные паруса воронов. Лирический герой видит тушу мертвой кобылы, а над ней взмах крыльев ворона. И вот эти крылья и есть черные паруса кобыльих кораблей. Апокалипсис. Очень жесткий образ. Есенина часто упрекали в излишней усложненности и непонятности метафоры. Но ведь поэзия – это не детектив. И наслаждение здесь достигается внимательным чтением и размышлением. Еще Рембо называл поэзию галлюцинацией слов. Помогите, пожалуйста. Нет. Нет? Почему? Я за равноправие мужчин и женщин. Ну как? Вы женщины, наделенные всеми правами, вот пользуйтесь ими, пожалуйста. А, может быть, вы инвалид? Да? Извините, при чем тут инвалид? Извините. При чем тут инвалид вообще? Вот сами взяли и потащили. Вы же не инвалид? Слышите? Слышу. Вы инвалид. Вам нужно лечиться. Хотите выиграть один из них? Хочу. А, ну для этого нужно поучаствовать в нашем конкурсе, сказать пример стихотворения. Стихотворение детское. Прекрасно. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, все равно соседский мяч. Извините. Да, конечно. А можно я тоже стихотворение почитаю? Конечно, мы слушаем вас. Если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано, рваные животы кобыл, черные паруса воронов. О, кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Посмотрите, у женщин третий вылупляется глаз из пупа. Вот он, вылез, глядит луной, не увидит ли по мясистей кости. А, вы извините, у нас все-таки праздник, у вас очень грустное стихотворение, поэтому вы приз не получаете. Мы поздравляем вас. Спасибо. Прекрасное стихотворение. Еще раз спасибо. Стоп-камера. Thank you.
тоже бери. Это? Это тоже на... Нет, такой же держи. Это тоже такой. Да? Мам. Мам, я сегодня урок не закончил. Знаешь, я, наверное, вообще уйду из школы. Я... Как ты думаешь, может... Ну, что это такое? Какое сегодня число? Куда ты смотрел? Боже мой. Ну, давай я это выброшу. Поздно уже, поздно. Денежки ушли. Куда ушли, зачем ушли, неизвестно. Вот ты точно становишься, как твой отец. Вот точно. Стоит, улыбается, как дурак. А его обвешивают, на. Ну, давай это съем. Ну, ты что, с ума сошел? Поздно. Вообще... Все уже поздно. А ты знаешь, мне ведь тебя совсем не жаль. Мама, ну, нет, не жаль. Начинай опять, а? Вот Аленку твою мне жаль. Сыночка твою, Женечку, мне жаль. А тебя нет. Да. Ну, что это такое? Ну, это что, не видно, что ли? Это же видно сразу, что бананы гнилые. Зачем ты их купил? Мама, это от мороза. Да, у тебя все так. Зимой от мороза, летом от жары. Все так. Афоня! Афоня! Ну, куда ты столько всего этого накупил? Ну, не надо мне это ничего. Ну, не трать ты на меня деньги. Отдай их лучше жене и сыну. Ничего мне не надо. Вернись в семью, а? Ну, вернись. Ну, попробуй еще раз. Мам, мы уже пробовали. Мы не можем жить вместе. Ну, хорошо. Но ради сына можешь? Но ради Женечки? Ради Женечки уже было. Ему только хуже от этого. Мне сегодня опять снилась Аля. Почему тогда запретила мне на ней жениться? Сейчас все было бы по-другому. Ты работаешь? Да. Ну, покажи. Тихий ужас. Просто ужас. Ты должен быть более требовательным к себе. Зачем тебе эти штампы? Да. Из тебя такой же Агата Кристи, как из меня Марадонна. Спасибо, мам. Я знаю, что это плохо. Ладно. Я попробую поговорить с Аленой сегодня. Пока. Да-да-да, ты не забудь. Не забудь, что у тебя еще сегодня поликлиника.
часто ее ненавижу. Если ты женишься на Элле, я умру. И ты будешь в этом виноват. Или вот это. Ты для меня навеки останешься маленьким. Да я убить ее готов после этих слов. А потом мне становится жалко, что она осталась там одна. Сначала я боялся, что она умрет, а теперь боюсь, что я умру раньше ее. И ни дня не проживу самостоятельно. Ни дня. Без ее опеки. Все, что я делал, чтобы оправдать ее ожидания. А она не смогла простить, что я бросил аспирантуру. И не стал профессором, а стал учителем. Простым учителем в простой школе. А мне казалось это благородным. Я понимаю. Раздражительность, усталость, бессонница и даже иногда агрессия. Поймите, вам надо проявить себя заново, родиться вновь независимым существом от своей матери. Может, все-таки лекарство? Нет. Ну, чтобы хоть как-то облегчить. Мне один знакомый рассказывал, что вы ему дали лекарство от эпилепсии. И ему помогло. Он спал потом. Аминозин. Проверено. Теперь я могу ехать на 11 этаж? Да-да. Пожалуйста. На что вы там все время возитесь? Ой, ну тихо-тихо-тихо. Послушайте, ну что? Можно это самое-то? Постойте, смирно ехать, когда вы едете с кобелем. Не орите, это его раздражает. Да уберите его. Тихо-тихо-тихо-тихо. В следующий раз. Фредик, фу как. Я скоро буду. Привет, Маш. Привет. Зачем вы столько пишете? Почему у вас выходит там в месяц книга, понимаете? Я говорю, ну как пишу? Пишу и пишу. Пишу стихи сейчас. Вот этот цикл замечательный, стихотворный. Да, он как бы с политикой связан. Там он гражданского такого содержания. Но это же успех. Это же, так сказать, все, оказалось, все люди так хотят слушать гражданскую прозу. Женечка, ужин в холодильнике? Приду утром? Но не рано. Мне кажется, сказать, чаю на столе. Лежат подушечки. Шоколадные. Мама тебе купила. Через которую идет информация свыше. Подушечки? Сегодня может быть востребован. Да, подушечки. Шоколадные. Подушечки на ужин. У тебя что с головой? Это же вот такая, это подключение к какой-то высшей магии, к высшим силам, это к высшей, так сказать, наносфере. Потому что ты через замуж выхожу. Энергетически ты чувствуешь, что через тебя проходит какой-то вот абсолютно такой поток энергетический. Ты туда взять часть. Нашла кобеля, да? Нашла. Потому что это же не случайно, когда вот есть такое понятие, летишь, да, вот ты летишь в своих мыслях, ты понимаешь, что в какой-то момент не ты пишешь, а тебе сверху что-то диктует. И ты просто уже становишься просто каким-то ты к нему? Прибором. Кириллу? Если бы. Некой чужой. Я думала, меня не вспомнит. И сегодня очень сложное, очень непростое время. Кстати, кобель тоже с нашей курсы. Читатель ищет. Известный писатель, между прочим. И настоящий писатель. Он должен, его фамилия, случайно, не Достоевский? С сыном поговори. Он английский не знал. Этот текст – это очень честное высказывание. Оно для меня сущностное, оно для меня важное. Но я, тем не менее, думаю, что у него будет все в успех. Здесь ваш Кирилл Огарёв не разочарует вас и на этом. Ну, давай. Ситуация в Раке. Запрет на проведение... Посмотрим английский. ...демонстрации демократической... Ты чё, пап?
Давай, давай. Проспрягаем глагол «быть». Американского музыковеда. Угу. Смотри, сколько костей. Мне нужно немножко... Жень, давай, ну. Отстань, а. Я тебе сейчас отстану. Давай. Глагол «быть». Ну. Ну. Ай. Ай. Эм. Эм. Ну, ай, эм. Ну, ай, эм. Ну, знаю. Дальше. Что дальше-то? Ю. Ю, а. Ю. Ю, а. Ну. Сейчас, тихо, сейчас скажу. Ты не говоришь, ну, ты молчишь, что... молчишь. Что я? Да доводишь меня что-то. Я тебя довожу. Ты 7 лет учишь язык. Школа, курсы. Все как об стенку, горох. О, вот, опять. Об стенку, опять горох. Так, ладно. Скажи мне, мы что спрягаем? Ну как что? Слово. Какое слово? Ну как какое? Да обычное слово, что-то. Глагол, да? Да. Ну вот, видишь. Глагол. Ага. Ну какой глагол? Ну? Вспомогательный? Ну какой вспомогательный, Женя? Ладно, проехали дальше. To... M? Ну какое M, Женя? To be or not to be? To be or... Ты что, не слышал никогда? Переведи. Ну что там? Был, не был. Какое был, не был? Быть или не быть, блядь, Женя, ты же не знаешь, ты не хочешь знать. Был, не был. Thank you.
вишни будут листвой крылатой. Надо мною синеть на полях. Низкий дом мой давно сутулился. Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах побережь нас судил небо. Вся политическая поляна вытоптана. Какие лидеры? Вот вы стоите спиной Навального. И вы вот через несколько месяцев увидите крупного лидера. Почему? Потому что он возникнет. Вот понимаете, как весной. Если поляна не вытоптана... Люди – это очень надежно, а вот здесь мы выбираем идеи. Поставленник всей этой закулисы мировой. Вот. Никакой он не русский патриот. Настоящее будущее. Один профессор стал молиться на Запад, не на Восток. И вот произошло естественно, искусственное расщепление этой фундаментальной частицы пространства, времени, энергии, а там космические струны, глюболы, глюоны. И все это у меня перед глазами. Слава России! Ура! Слава России! Да ладно, ты чего? Да ладно. Я же правду говорю. Отец, а ты слышал про ось прецессии? Всем можно было сделать поточкой.
Друзья, мы записали наш митинг. Знали, что мы идем. Нос, коммунисты. Мы вернемся. Мы точно вернемся. Что вы ели сегодня? Так, потом же нельзя кушать, поэтому... Вы же знали, что вы идете к врачу. Откройте пожилет. У вас повышенная стираемость зубов. Вы сами себя съедаете. Вам кто-нибудь говорил, что вы скрипите ночью под зубами? Никто не говорил, но я знаю об этом. Еще челюсть сильно сжимаю. Это глисты. Вам нужно пройти в 17-й кабинет и сдать кал на анализ. Брюки еще приспустить. Тихо. Ну, расслабьтесь. Вот так. Да. Еще. Так. Угу. Доктор, там опять это с бусами про мужа спрашивают. Успеете принять? Не, я не могу. Ивана, подождите. Юнуночка Ивана, на вас вся надежда. Расслабьтесь. В прошлый раз получилось. Малявий, примите, а? Опять проблемы с мочеиспусканием? Ну, давай не стесняйся, говори. Трудности не получается сделать до конца. Ну, подождите, я приму. Спасибо. А, хорошо. Что вы стоите здесь? Что стоим? Вы уже проголосовали? Да. Да? Тихо. А за кого? Против всех. Боня? Угу. Хорошо. Боя уходит. Идете у дерева, идете у неба, идете в воду. Хорошо. Дерево рождает ветку. Ветка рождает цветы. Хорошо. Надо тебе. Надо. Как дела? Как дела? Да я жизнь загубил. Я ушел от первой и единственной любви своей жизни, потому что так хотела моя мама. А потом женился без любви, потому что хотел убежать от мамы. Единственное существо в этой жизни, кого я люблю, это мой сын. Но он вынужден расти в аду неудавшейся нашей жизни. Ты спрашиваешь, как дела? Я ничего не достиг, понимаешь? Ничего не добился в этой жизни. Я просто раздавлен. Я просто устал. Я не вижу для себя будущего. А я ведь еще не стану. Если я не отдохну. Я ничего не слышу. Только шум. Шум какой-то. Боль ушла. Боли нет. Думай, хорошее. Сонница, думай. Думай, девушка. Лежи 20 минут.
пляж для людей, а не для собак! Кажется, я умираю. Ты не умрешь. Обещаешь? Обещаю. Теперь мы всегда будем вместе. Вместе? Только ты не должна беспокоить меня до обеда. Я согласна. И ты должна научиться правильно готовить еду и не лезть разговорами, когда я работаю. Я буду нема, как рыба.
А еще я не переношу, когда при мне смотрят сериалы. Я не смотрю сериалы. Мне нужен идеальный порядок в доме. И никакой пыли. Я очень люблю наводить чистоту. А еще я люблю чистоту русского языка. Я не выношу, когда коверкают слова. И я не выношу. Ты знаешь, мне кажется, надо наказывать тех, кто говорит «начать» вместо «начать». Ты прав. И тех, кто говорит «звонит» вместо «звонит». Да, да. Их надо строго наказывать. Да. Когда я буду рядом, тебя ничто не будет беспокоить. Рядом? Но в моей жизни никогда не было ни места, ни времени для женщин. Я на них не претендую. Я всего лишь твоя мечта. Да? Я то, что ты хочешь. Ну, куда же ты? Не бойся! Я всего лишь твоя мечта. Останься! Ты ведь уже уходил. С вами. Плохо? Вот. Таблеточку. Таблетку давай. Таблеточку. Надо скорую вызвать. Наверное, да. Помогите. Молодой такой. Ой, господи. А что с вами случилось? Не знаю, с сердцем что-то. Фамилия? Деркач. Имя, отчество? Афанасий Петрович. Деркач. Деркач. Через Е, да. Афанасий Петрович. Домашний адрес? Площадь Борьбы, 13. 13? Ага. Квартира? 72. Квартира 72. Дверь входную не закрывайте, пожалуйста. Хорошо. Принято, ожидайте.
Стучи. Время сколько? Полвосьмого. Это я. Я вызывал...